Всем привет, друзья! Вы смотрите видео на канале Androidichi Reviews. Вот и подошел к концу 2013 год. Он был очень значимым в плане развития Android, да и экосистемы Google в целом. Магазин Google Play почти догнал App Store во всех категориях, начиная от количества и заканчивая заработком от приложений. В связи с быстрым ростом Android-пользователей, разработчики перенесли все свои игры с iOS на Android. Так что теперь нельзя назвать систему iOS более подходящей для игр. Скорее, Android и iOS равны. Так вот, игровых релизов в этом году было очень много. Но мы решили отобрать 5 самых лучших игр 2013 года, в которые должен поиграть каждый, имея девайс на Android. Первой игрой на сегодня стала Rayman Fiesta Run. Это приключенческая аркада, полный обзор вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Я лишь отмечу, что игра набрала 9 из 10 баллов от студии Pocket Gamer и оценку в 4,5 звезды в Google Play. Второе место досталось Asphalt 8. Это аркадные гонки от студии GameLoft, которые просто захватывают своей красотой и продуманной прорисовкой местности. Обзор также доступен по ссылке. Третье место в нашем хит-параде занимает зомби-шутер Dead Trigger 2. Релиз которого приносили несколько раз, но это того стоило. На выходе мы получили полностью переработанную игру, но одновременно сохранившую увлекательность первой части. Четвертое место представляет Real Racing 3. Это лучший рейсинг с высокодетализированными машинами. По графике прорисовки это лучшая игра во всем магазине приложений на данный момент. Кстати, хоть игра и вышла больше 5 месяцев назад, студия Fire Monkeys регулярно обновляет игру, добавляя новые суперкары. На пятом месте располагается самый неожиданный и одновременно очень приятный релиз. Студия Rockstar Games представила мобильную версию GTA San Andreas. Думаю, не стоит ничего говорить, вы и так все знаете. Вот таким запомнился на 2013 год в сфере мобильной игровой индустрии. Надеюсь, в 2014 году нас ждут не менее захватывающие и интересные проекты. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и комментируйте это видео. С вами был Дмитрий Столярчук и команда Androidichi Reviews. Мы желаем вам всего самого лучшего в новом году, и пусть сбудутся все ваши мечты.